Там дым был до нас. Ну с боевым. Давай, поехали дальше. Хорош, потому что он запустится, чтобы на самолеты не дул. Может быть, это все проще, генератор умирает, надо менять. Ну, вся история проекта «Крылатая память Победы», она, в общем-то, заключалась в самой идее. Создание национальной коллекции летающих самолетов в периоды там, Второй мировой войны, если повезет, то и Первой мировой войны, ну и, конечно, в будущем начало реактивной эры. То есть все то, что являлось гордостью российской, советской авиации. На месте пилота, второй парашют, вот, все. У меня за спиной стоит и второй. Это наша крайняя работа, которая для нас сейчас, ну, жемчужина, будем так говорить, мы его любим больше всем, чем остальные машины, только потому что это, ну, как ребенок, то есть это тот, который вот самый последний на сегодняшний день. И история очень интересная вот от этого самолета. В 2010 году пришел Олег Скопинцев, Олег Валентинович Скопинцев. Вот у меня отец летал на севере в 46-м штурмовом авиаполку авиации Северного флота. И Валентин Михайлович Скопинцев закончил войну орденоносцем, заместителем командира эскадрильи второй. У него было три ордена боевого красного знамени. Там в 43-м году он просто посадил машину на лед. И до конца жизни говорил: Олег, там смотри, у меня лежит самолет, там планшетка лежит, там пистолет лежит, достань. Ну, посмеялись, поговорили, говорит, можем? Я говорю, можем. Давайте тогда надо организовать экспедицию. Вот. После того, как осталась после смерти отца летная книжка, орденская книжка, вот этот альбомчик, у меня брат в это время уже служил. Был достаточно такой человек значимый. И он взялся найти самолет отца, на котором он летал. В книжке было написано: 25 ноября 43 года самолет после боя с мессершмиттом получил повреждение, самолет сел на лед озера Черногубское. Летчик получил легкое повреждение головы и покинул самолет, самолет затонул. Все. Озеро Черногубское, это недалеко от Североморска, и оно большое очень озеро, порядка 4 километра на 7, и глубина там до 55 метров. То есть мы полтора года искали этот самолет. Потом появилась вторая команда, которая решила помогать нам, это ФРОМ. Они говорят: ну нету здесь самолета, давайте перейдем. Перешли на другое озеро, Кривое. И обследовав озеро Кривое, мы находим эту машину. Это его номер родной, как он и был нанесен. Мы когда водолаза опустили, посмотреть, что за самолет нашли, первым делом снимается номер, чтобы понятно было, тот самолет или не тот. Этот номер самолета, который, в общем-то, принадлежал Валентину Скопинцеву, поэтому он так и нанесен здесь на обтекателе. Вот, и потом вдруг совершенно неожиданно я узнаю о том, что Олег мне говорит: так, нашли самолет отца. И мы ездили все туда на этот подъем. И это было, конечно, просто такое непередаваемое ощущение, когда вот ты, ну да, самолет нашли, ну, вроде как, да, отцовский самолет, на котором он летал. И вот из глади там кран поднимает, показывается этот проржавевший, но он еще покрашенный, с красными звездами, еще и краска на нем видна была. И покрашенные звезды, и вот этот вот самолет, его видно, ну, хвоста только не было, а так вот все нормальный, абсолютно такой самолет, видно все прям живой. Его подняли, положили, все, значит, кинулись к этому самолету. У меня прям вообще просто вот все перевернулось в душе.
подняли когда машину в присутствии сына летчика, там дочка летчика и внук летчика. Представьте себе, когда поднимается самолет, вот он уже стоит на берег, на твердую почву. Первое, что делает, это сын летчика трогает ручку управления, которую крайний раз держал его отец. То есть это настолько вообще, да. Потом подходит внук, делает то же самое. То есть это не показательно, не показушное, а именно от души человеческое желание потрогать то, что держал там отец и дед. Ну, естественно, вот именно тогда, наверное, у меня и появилась мысль о том, что было бы здорово, если бы этот самолет теперь поднялся в небо. Вот. И, наверное, тогда вот эта мысль появилась и у брата, и у Вадима, и у Бориса. Самолет лежал на достаточно приличной глубине, 21 метр, что нам повезло очень. И был очень хорошо заилен, и вода была непроточная. И мы очень переживали, что он будет не очень хорошей сохранности в металл. Но когда подняли на поверхность, то были удивлены, потому что крыло было покрашено, и краска вместе с камуфляжем была видна. То есть весь камуфляж, который вы сейчас видите на самолете, это родной камуфляж. Ну, естественно, хвостовую часть мы дорисовали, потому что хвостовая часть не сохранилась. Мы были счастливы, когда, во-первых, нашли этот самолет и понимали, что в дальнейшем будем его реставрировать. Самолет пришел практически целым центропланом, то есть разбор был на месте с минимальными повреждениями, и машина приехала в Новосибирск. Пожеланий было много различных, охотников много. Периодически это и в Москве выплывает, и в Самаре у нас появляется. Ну, в разных местах люди, появляются энтузиасты, которые говорят о том, что, значит, мы готовы, давайте мы это все сделаем. Да, ну, поскольку я думаю, что между энтузиазмом и реальными действиями огромное расстояние, огромная пропасть, да, лежит, то, конечно, практически заниматься реализацией вот этих всех процессов реставрации, да, ну, в стране, кроме того же самого Бернса Владимира Ивановича, никого нет, да, то есть это вот компания авиареставрации. Весь процесс авиареставрации был практически организован в самом институте. Безусловно, техническая часть, часть по изготовлению, производству, сборке самолета, она реализовывалась в любом случае работниками реставрации, непосредственно командованием Владимира Андреевича Бернса. Вот, но формально везде вопросы, связанные с продвижением проекта, с позиционированием проекта, конечно, были в этой конструкции засебня как исполнителем всего процесса. Начиная от, значит, восстановления оценки летной годности, заканчивая летными испытаниями. Вот. И Осетинский Борис Леонидович, это, собственно говоря, идеолог всего проекта, это взаимоотношения с различными внешними участниками, спонсорами, организаторами различного рода показов. И именно взаимодействие с группами по поиску и подъему всех найденных самолетов. Если вернуться к истории самолета, то сам бой был примерно, сама история самого боя примерно такова. Это авиация, вся авиация Северного флота, ее задача была защитить конвой. Все северные конвои шли через Мурманск в Архангельск, и их нужно было защитить от нападения немецких кораблей, подводных лодок и немецкой авиации. Поэтому это была основная задача авиации. И 25 числа был запланирован штурм
аэродрома Луастари. Это крупнейший немецкий аэродром, на котором базировались и истребительная авиация, и штурмовая авиация, Юнкерсы 87-й, и Мессершмитты 109-й, Фокке-Ульфы 190-й. Там полная комплектность была. И в 2 часа пришел приказ организовать штурмовку. 2 эскадрильи подняли для штурмовки Луастари, но их встретил сильнейший заградительный огонь. Не получилось внезапного налета. Один из снарядов 20-миллиметровой пушки «Реликон» попал в броню этой машины. И значит, вот это отверстие, которое мы оставили после реставрации, специально для того, чтобы сохранить память, что же привело к тому, что самолет получил повреждение, сел на лед. Вот этот снаряд пробил броню и разбил генератор. То есть летчик почувствовал, что он потерял электричество, то есть у него пропало бортовое электричество, пушки-пулеметы не работали. Все, что он успел сбросить бомбы, он сбросил, и РС, три РСа ушло, но он не знал об этом, потому что он не получал никакой информации, у него электричества не было. То есть у него вся миссия закончилась, и он разворачивает самолет на базу. И тут сверху на него налетает Мессершмитт 109, сверху сзади. Тут настала очередь стрелка. Стрелок отбивался до последнего патрона, потому что мы в кабине стрелка нашли огромное количество гильз. Он этот самолет повредил. Стрелок гуменный, получил орден. Летчик получил ранение. Самолет делает вынужденную посадку на лед. Надо понимать, что 25 ноября в Мурманске это практически полярная ночь. То есть они садились практически в темноте, без электричества. Более того, мы когда подняли машину и стали проводили разборку самолета, то на крыле нашли порядка 82 отверстий от пулевых. То есть это мессер сверху атаковал его. А также был пробит баллон, воздушный баллон, причем вот 20-миллиметровым снарядом из пушки Мессершмитта, прямо вот в центре баллона. То есть летчик сажал машину, не имея возможности выпустить шасси, не имея возможности выпустить тормозные щитки, то есть он просто плюхался на той скорости, какой мог, на этот налет. Соответственно, посадив машину таким образом, он выстрелил из ракетницы, получил ответ с аэродрома и около 4 километров, 4,5 на себе нес раненого стрелка гуменного до аэродрома. Ну, самолет, соответственно, позже затонул. И летчик, и стрелок, они воевали до конца войны вместе, что тоже удивительно, потому что мы знаем, что стрелки достаточно самый незащищенный в этом самолете из экипажа, поэтому очень часто стрелков меняли по ранению, то убивали. Ну, в общем, они с гуменом закончили войну. Такое яркое детское впечатление, это про, кто они такие были, мальчишки по 19, по 20 лет. Ну, у отца это был третий полет, причем первый был за несколько дней, а в этот день конкретно, когда он посадил самолет, это был два полета сразу. С утра они полетели, потом после обеда они полетели. Третий полет для отца был. Валентин Михайлович Скопинцев закончил войну и был представлен в звание Героя Советского Союза. Я читал наградный лист, там было описание 59 боевых вылетов, участие в штурмовке больших кораблей, несколько зенитных батарей, два самолета уничтожил на земле. Очень хороший послужной боевой список. То есть он действительно достоин звания Героя Советского Союза. Но так как Валентин Михайлович, он был человек активный, с активной жизненной позицией, и в этом случае он пришел, значит, в конфликтное отношение с политруком. Трудно сказать, почему и что так сложилось. Характер у отца был такой достаточно непокладистый, жесткий. И, наверное, вот благодаря тому, что у него такой был упрямый, твердый характер, железная воля такая, он ничего не боялся, он вообще по жизни ничего не боялся, никого не боялся и ни перед кем никогда не кланялся. Вот, наверное, вот и поэтому у него и не звание героя было после войны, а орден Нахимова ему дали. Орден Нахимова второй степени, за номером 99. Если героев Советского Союза летчиков очень много, то
орденоносцев Нахимова, их два или три. С этими четырьмя орденами он закончил войну. Ну и вот теперь вернемся к моменту, когда самолет прибыл в Новосибирск. Итак, тема лекции объявлена. Восстановление раритетных самолетов до летного состояния. Сначала некоторые справки. Посмотрите, в конце войны осталось 47 300 самолетов. К 90-му году не осталось ни одного. Далее посмотрите. Это все типы самолетов, советских самолетов, которые участвовали в боях. Вот они с левой стороны. Все до одного. Наличие чертежей. Почти все уничтожены. Объяснение довольно простое. Есть опасность того, что они попадут не в те руки, их уничтожают. Ну, проще сжечь. Вот таким образом чертежей не осталось. Ну вот, вкратце. Теперь, собственно говоря, что такое авиационная реставрация? Здесь написано. Ну и что такое все-таки авиареставрация? Это начинается она с выбора объекта реставрации. Любая настоящая коллекция авиационная, как правило, содержит так называемые этапные самолеты. Этапные самолеты означают, что определенный промежуток времени этот самолет был самый скоростной, вот тот самолет был самым маневренным, этот был самым высотным, самым массовым. Есть еще другое понятие, есть еще именные самолеты. То есть самолеты, которые принадлежали известным летчикам. Вот таких у нас, по крайней мере, очень мало. И найти такой самолет – это огромная удача. Поэтому то, что Ил-2 Скопинцева нашли, это редкая удача. Дальше начинается работа. Во-первых, все, что привозил, привозится сюда к нам, самолеты все разбираются по кусочкам. Потому что средний налет самолета в войну был 30 часов. О каком ресурсе идет речь? А заклепочное соединение, плющенное, оно больше их не выдержит. А мы даем гарантированный начальный ресурс 800 часов. Это 1200 посадок. То есть вот это отличие. Поэтому мы вынуждены разбирать все. Надо иметь в виду, что чертежей рабочих на самолета нет. Даже если какие-то есть разрозненные чертежи, это же не означает, что эти чертежи относятся к одной серии. Ну, например, у И-16 была 31 серия. Поэтому чертежи рабочие нужно было восстанавливать. Для того, чтобы восстановить чертежи И-16, нам потребовалось 6 сбитых самолетов. Так что у нас среди всех машин, которые мы восстанавливали, самое большое количество чертежей было на Ил-2. Но, опять же повторюсь, это неизвестно, на каком этапе чертежи. Это могла быть опытная машина. Кроме того, мы же видели, например, изменения в конструкции, которых в чертеже нет. А изменения могли быть всякие. Да, вот я, например, работал с крылом, с консолями крыла. А, ну вот еще и с вот этими тоже работал, с кабиной задней. Самая основная проблема – это то, что тут ничего не видно. То есть они на много раз откопированные были. Многие надписи не видно, непонятно. Хорошо, когда есть останки, обломки. Например, с крылом у нас было препарированное крыло натуральное, то есть мы его разбирали, и ты берешь, меряешь, и таким образом вот восстанавливаешь эту всю картинку, которая была. С фюзеляжем более-менее понятно, у второго фюзеляжи одинаковые были. А вот консоли были очень разных модификаций, и вот это вот нужно все привести к одному виду. Ну и с такими мы ошибками... Вернее, с такими изменениями мы сталкивались не один раз. Ну, а дальше мы ведь должны показать, что самолет, который мы восстановили, он не отличается
от того, который был. То есть, иначе это будет другой самолет. Техническая комиссия, которой мы это предъявляем, у нее основания не будет считать, что это восстановленный самолет, который выпускался ранее серийно. И там уже другой подход сразу должен быть. Поэтому, если деталь восстанавливается до размеров полевого ремонта, мы ее восстанавливаем. Те остатки, которые пришли к нам, поднятые с дна озера, значит, были разобраны полностью до последней заклепки, до последнего винта. Потому что нужно было, конечно, безопасность полета. Вот, подразумевает, то есть все полностью разобрать, посмотреть, отреставрировать, где нужно было заварить, заварили. То есть, где нужно было заменить какой-то узел разрушенный там или сгнивший, его меняли, соответственно, по данным чертежам. И то есть самолет собран абсолютно из родных частей. То есть вся бронекапсула, это все родное. Вот шасси, видно, где оригинальные детали. Вот это вот оригинальное, вот это вот деталь оригинальная. Вот здесь стоит заплаточка. На крайнем вот этому самому Л-2, к которому я обращаюсь снова, мы сохранили примерно 65%. Я думаю, что в мире редко кто может этим похвастаться. И когда мы закончили в 2017 году, мы показали этот самолет на Максе. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Международный авиационно-космический салон России приветствует участников. Такое чувство получил, столько же положительных эмоций, как олимпийские чемпионы, космонавты. Такое огромное количество людей подходило к этому самолету. У нас очередь была просто подойти сфотографироваться. И было огромное количество людей, которые слезно протились только дотронуться, пощупать самолет, на котором летал дед, прадед, отец. Мы не могли отказать, организовывали поток фотографирования рядом с самолетом. Поэтому первый показ просто фурор произвел. Единственное, боялись, что его на кусочки не растащили, на памятные сувениры. Ну вот, это первый шаг. И после августа мы ожидали, что тут какие-то будут мероприятия. Но нам повезло, потому что где-то у нас в январе уже 2018 года пришло приглашение из Берлина. Это Берлинский авиакосмический салон приглашал нас принять участие. Звонит Осетинский, говорит о том, что ты не можешь, ты не представляешь, вот прислали приглашение. Я не поверил сначала. Я говорю, Борь, ну они, неужели они не понимают? Как можно, как говорится, в логово, так сказать,
того, значит, противника того времени, 45-44 года, да, пригласить самолет именно в канун, значит, падения вот этой фашистской Германии. Конечно, мы приняли приглашение, и вначале вот мы думали, что мы его проведем, разберем, думали делать платформу, а потом приняли решение, что самолет Л-2 не должен как инвалид приехать в Берлин, он должен туда прилететь. У нас еще не было понимания по дальности самолета, да, то есть настолько было количество полетов маленькое выполнено, все было сжато, надо было быстро там с Максом отработать 2017 года, да, вот эти все вещи, они не позволили нам в полном объеме получить информацию по возможностям самолета для дальних перелетов. И фактически вот мы зимой были вынуждены, январь-февраль, отлетать серию полетов для того, чтобы определить характеристики дальности. И все, и после этого мы приступили к планированию маршрута. Нам пришлось оборудовать самолет нормальной радиосвязью, нам пришлось оборудовать самолет спутниковой навигацией, нам пришлось оборудовать самолет транспордерами, это ответчики, потому что в пространстве Европы, да, невозможно летать, не передавая информацию о местоположении самолета. Макс, не надо ее распускать, прям до... Вот такое вот решение было принято. Честно, что это такое немножко полуавантюрное, но так хотелось долететь до Берлина. Но я думаю, что это мечта очень многих летчиков того времени. Ну, накануне вылета мы, конечно, тоже понимали, что это авантюра, но она была решаемая, так скажем. Потому что отсутствие английского языка у меня, да, это, конечно, тоже момент такой. Ну, безусловно, это меня сильно не останавливало. Да? В 45-м году это никого не остановило. Не могли же мы в 18-м году остановиться из-за того, что мы не знаем английский язык. Нашли лоцмана, нашли штурмана, все эти вопросы решили, обсудили. Вот, запланировали самолет сопровождения. Мы летели, вот первый белорусский, чуть-чуть затронули, так как второй белорусский фронт шел, двигался. Мы тем же путем летели в Берлин. То есть это было Калуга, потом Брянск, потом Минск, потом был Гродно, дальше было у нас Варшава и потом был Берлин. Летая на этом самолете, у тебя все происходит через призму того, что, значит, человек смотрел, человек воевал. Я весь Берлин летел, у меня были мысли о том, что кто-то летел по этому пути на таком же самолете, да? Вот. Пока все было нормально, вот над Познанью я летел, да, там, например, мы как раз летели над рекой. Я вспомнил, где-то есть съемки, фильм вот того периода, когда с По-2, да, снимают именно то место, над которым мы летели. Я смотрю, думаю, ну надо же, как действительно, как в машине времени. Летели над рекой, вот эти все извилины. Вот здесь они шли вперед, пробивались, воевали. Такой волнительный момент. Об этом, конечно, думаешь.
Берлине мы прибыли в Шонефельд. Приходит дедушка, немец. Можно я залезу, посмотрю? Ну, можно. А что? Да у меня, вы знаете, у меня отец, вот он был зенитчиком, вот, и он там воевал, вот он, говорит, рассказывал про этот русский самолет Л-2, говорит, его невозможно было сбить, это, говорит, цементный самолет. Вот. Мы, ну, ладно, да, залазь. Он залез, походил, посмотрел, постучал там в кабине, вылез. Ну, теперь я понял, в чем все дело, да, его действительно сбить невозможно. Stellt uns unser Flugzeug heute von Wladimir Barsuk und er fliegt konkret das Exemplar von Valentin Skorpinzew aus dem 46. Schlachtfliegergeschwader der Nordflotte. Мы летали каждый день в Берлине, и 5 летных дней было. Очень большое количество народу интересовалось. Очень по-доброму подходили, и немцы подходили. Вот очень понравилась шутка немецкая. Подошел человек, говорит, да, он-то второй раз уже здесь сел, второй. Говорит, нет, минуточку, это он один, вы что это? Не-не, он говорит, в 45-м здесь стоял. Это было настолько интересная их шутка, то есть это вот так они ощущали. И действительно, на этом аэродроме базировались Ил-2 во время войны в 45-м году. И мы закончили летать 29 апреля, а 30-го мы всем коллективом пришли к Рейхстагу. В это время, 30 апреля, Красное Знамя на Рейхстагом уже развивалось. То есть мы закончили летать, когда закончилась война. Только промежуток 75 лет. Когда мы занимались поисками этой машины, у нас появилась информация из архива о том, что летом 43-го года, в августе, командир эскадрильи Каличев после налета на тот же аэродром Луастари, после повреждения, посадил машину на воду озера Арно, и машина затонула. 4 года искали. Арно еще больше, озеро огромное, глубины до 85 метров. Ну, нету там самолета. Перешли на соседнее. Нет. Мы обошли где-то 6 или 7 озер. И вот позапрошлом году на глубине 10 метров нашли самолет Каличева. Горбатый, он прям горбатый, одноместный. То есть видно, фонарь кабины закрыт. Вот. Не открывал? Фюзеляж сгнил, да, сгнил, там щепки, дерево идет. Но хвостовое оперение горизонтальное, целое, вертикальное тоже легло на левый бок. И звезда прям видна, красная звезда посветил. Какие-то там... За что будет зацепить? Висят агрегаты еще вот, в это, которые в фюзеляже там внутри. Наверное, надо будет именно с хвостового оперения начать, чтобы ничего не потерять. И вот что внутри фюзеляжа, все это поднять. Поэтому мы организовали подъем и подняли самолет капитана Каличева, это командир эскадрильи того же 46-го штурмового авиаполка. Скопинцев летал во второй эскадрильи, а Каличев был командир третьей эскадрильи. Опытный летчик, но летал на одноместном самолете, что вызвало еще больше интерес, потому что одноместного самолета нет вообще нигде в мире. И в прошлом году мы его подняли. Еще отец рассказывал, что мы садились каждый раз, говорит, в самолет, подходили к самолету, садились в самолет. И мысль была такая, что вот все, обратно-то мы уже не вернемся, это точно. Но если не в этот раз, то в следующий раз мы точно не вернемся. А что нам там было? Опять же, 19, 18, 20 лет.